У вас два варианта. Играть по моим правилам или играть по моим правилам. Капишь? Спасибо. А можно еще раз? Нет, спасибо, достаточно. До свидания. Заметил. Удачи в новом году. Я услышала, как ты играешь, и решила... Удивительно, что мы с тобой постоянно сталкиваемся. А вдруг это случайно? Сомневаюсь. Да, я тоже. Ты можешь сама писать для себя роли. Напиши что-нибудь такое же потрясающее, как и ты. А ты что будешь делать? Управлять клубом. И так будет каждый раз? Надеюсь. Какой из тебя революционер, если ты такой традиционалист? Ты вцепился в прошлое, а в джазе главное – будущее. Что, если я не потяну? Ты справишься. А вдруг нет? Это просто фантазия. Так и есть. Тут и конфликт, и компромисс. Это очень, очень увлекательно.